Хотите серфить в интернете с максимальным комфортом? Используйте приложение «Быстрый поиск» и браузер. Вы сможете быстрее находить нужную информацию в Яндекс и Google, скачивать видео с YouTube и слушать музыку из Контакта. А еще в приложении есть популярные сайты с рецептами. Приложение доступно для iOS и Android смартфонов. Ссылка в описании. Всем привет! Продолжаю тему видео, снятых по вашим просьбам. Подписчица моей группы ВКонтакте Саша Бондарева предложила приготовить очень интересный торт с шоколадными шариками Maltesers. А если идею поддерживает 90 или более процентов проголосовавших, то я снимаю такие рецепты в первую очередь. Итак, чтобы приготовить такой прикольный торт, понадобится 6 бисквитных коржей, их можно испечь самостоятельно, либо купить готовые в любом супермаркете. Крем я буду делать из сливок жирностью 33% и сахарной пудры. Сверху торт я покрою кремом из масла и вареной сгущенки. Ну а в качестве украшения понадобится 12 пачек шоколадных шариков Maltesers. Так как торт должен иметь полукруглую форму, то бисквитные коржи нужно нарезать на круги разных диаметров, которые отличаются друг от друга примерно на 1,5 сантиметра. Для приготовления крема переливаем 250 мл сливок в миску и добавляем 4 столовые ложки сахарной пудры. Взбиваем сливки при помощи миксера несколько минут, чтобы получилась вот такая густая и крепкая сливочная пена. Обмазываем кремом нижний бисквит, накрываем сверху другим коржом и повторяем эту операцию с коржами других диаметров. В результате должна получиться вот такая пирамида. Теперь кладем в миску 180 грамм сливочного масла и добавляем банку вареной сгущенки. Перемешиваем сгущенку с маслом. Быстрее и проще это сделать при помощи миксера. В результате должен получиться вот такой крем. Этим кремом нужно смазать поверхность торта, чтобы она получилась гладкой и полукруглой. Теперь торт можно украсить шоколадными шариками Maltesers по всей поверхности. В результате получился очень прикольный и необычный торт. Да к тому же еще и очень вкусный. Как вы заметили, рецепт его приготовления очень прост. Но зато результат, думаю, впечатлит любого.